Всем доброго утра! Я уже с 6 часов на ногах, мы тут работаем. Вот Гришка нам помогает. Завтра у него последний звонок, блин, я как чепушила. Ну и фиг с ним. Вот сейчас завтракаем без 28. Сержуня повез детей в детский сад. И у нас на завтрак пицца. Немножечко кофе и пицца. Мы не можем заказать, знаете, вот прям впритык все скушать, еще взяли с собой. Как раз было 5 кусочков пиццы. Всем на завтрак по одному кусочку. Всем приятного. Так, пока я буду работать, продолжаем. И сейчас позавтракала, иду работать, включаю посудомойку обязательно. Так, у меня режим двоечка, но это вот без замачивания, но длинный режим, там чуть больше часа моет. Включаем. Сейчас еще закладываю стиральную машинку. Вот. Все стирается. Сначала светлое, потом тут темного наскладывала. И потом самое белое. Здесь кимоно и Гришкины рубашки. Вот. Через час приду, вывешу. И потом еще заложу темное. У нас, кстати, сегодня пасмурно, поэтому работаем быстро. Вдруг дождь пойдет. Надеемся, что не пойдет. А мы теперь с Гришкой сидим, ждем, пока дождик закончится, а то бах, да, и налетела туча, да? Гришка под дождиком сидит и ждет. Все, поработали, идем. Короче, идем. Мамуля нам на рынке купила клубники по 100 рублей. И, ну, на опте, да, ночью. И сейчас Григорий поехал в магазин, купит нам сметаны и творога, будем делать йогурт. Раньше бабушка нам говорила, что это растишка. Так, ну, с малиной она вообще еще круче, когда малину прям размять вилкой и с творогом, и со сметаной. Но с клубникой, с кусочками тоже очень вкусно, поэтому будем делать сегодня на обед. А у меня тут еще и пряники. Сегодня же Зоечке день рождения. Будем украшать торт в стиле три кота. На облачке будет просто написано три, потому что и три годика. Вот. А это два пряника для карате. И сейчас еще готовлю йогурт на обед. Порезала уже клубнику. Я засыпаю его ничем. Ты хочешь просто клубнику? А сахар? Ну ты не будешь со сметаной с этим? Ну, я сейчас так. Тебе так отложить? Мы сегодня немножечко раньше выезжаем, потому что нам еще до тети Ани в больницу ее отвезти. Григорий! Я жду тебя. Так, все, тетя Аня с Кирюхой мы привезли в нашу поликлинику. Теперь осталось к Григорию. У меня тут машин куча, сегодня специалисты. Это ты, я! Это ты. В общем, сегодня приехали специалисты из Динской. Невролог, хирург, ортопед, вернее, хирург-ортопед. Кто там еще, окулист? Ну, по крайней мере, должны были приехать. Но, наверное, приехали, потому что машины поставить вообще негде. Очень все забито везде в округе. Гречку с мясом поела, теперь буду йогурт. Сделала себе. Все-таки Гришка решил, что он поест просто клубнику резаную. Я все-таки сделала с творогом, со сметаной. И сейчас буду обедать. Всем приятного аппетита! Пообедала. Думала, что буду ждать Аню с Кирюхой возле больницы, но, блин, я так хотела есть, что нет. Поехала домой, покушала, сейчас еду за ними, уже сделали им прививку, так что еду их забирать с поликлиники. Ой, Антон на танцы привезла его, еще и Афонька с нами. У Антона сегодня попозже танцы в 16:30. Почему? Не знаю, наверное, потому что репетиция к отчетному концерту сегодня будет. Вам же на сцене опять выступать? Не, ну сейчас в зале, а потом там на сцене, в Доме культуры. Приехала я, значит, домой. У нас тут праздник, оказывается, у Гришки. День отличника. День отличника. Аллилуйя. Переведен в третий класс, да? Все пятерки даже. И годовые даже все пятерки. Я круглая. Лишной почерк, конечно, у тебя. Ну, это в прошлой четверти это не считается. Да? Номер 31. За отличное
успехи в учениях. Директор БУСОШ номер 31 Модинской в район А.И. Черкашин. Май 2018 год. Да, я посмотрю. Еще и грамоту дали, да? Довгаль Григорий. Хоть правильно написали. Долгаль. Награждается. А награждает, а бюджетное образовательное учреждение награждает Довгаль Григория. Второй Б-класс. Ну, круто, сыночка. Ты-то счастлив? Я еду в Астрахань. Ну, я уже с папой все обговорил. Что? Да, вы же даже это обговорили. И когда это произойдет? Ну, не совсем, между сентябрем и чем-то. Не знаю. Чем-то еще? Ну и какой там второй месяц, да. Октябрь. И октябрем. Большая миска йогурта для Антохи. Ты проголодался? Устал? Как там танцы, сын? Клево? Репетировали? Потому что 30-го... Чего? А, да, 30... Нет, 29 мая у Антоши... 29 мая? Отчетный концерт. Это самый последний? Да. И каникулы, да, в музыкалке? А 30-го у Антоши выпускной в детском саду. Мы сегодня едем на день рождения к Зоечке. Я не могла не помочь родне украсить домашний вкуснющий в торт. Вот такое вот безе приготовила. Солнышко. Вроде бы все высохло и получилось. Ну, не знаю. На торте посмотрим. Всякие такие еще штучки, цветочки. В общем, по ходу разберемся, куда его вставлять. На торте будут 3 кота и 3 года Зоечки. Вот на облачке 3. Карамелька. Кто тут? Карамелька, компот и коржик, в общем-то. И еще один набор пряничков для Богдана Карате. У него сегодня. У него тоже сегодня день рождения, да, мы ему подарим. А мы его бегом отведем? Не знаю, сынуль, посмотрим. Мне кипятится домашнее молоко, потому что мы про него совсем забыли и забрали вот только вечером. Там вроде бы прохладно в магазине, но все же нет холодильника. Ну, вернее, он есть, но молоко там не стояло, банка не влазит, поэтому кипячу молоко. Выехали на Зоечке на день рождения. Сейчас еще Григория заберем с тренировки. Он как раз на карате успел сходить. И Серегу обязательно. Да. Все, мы забегаем. У кого день рождения? Кого поздравлять? С днем рождения. Глаза закрывай. Закрывай ручку вперед. Вот, закрывай, закрывай. Я тебе скажу, когда пальчики. Кулачок. Кулачок покажи день, Сережа. Кулачок. Так. Покажите, что это. Так, а, три кота. Угу. Я буду кошика потом. А, сейчас. Вот так, еще. Другую ручку. Держите вы пока. Другую ручку. Не открывай. Кулачок. Надо. Кулачок. Это интересно. О, все, открывай. Не, смотри на ручки. Другую переворачивай. Днем рождения! Ура! Карамелька пришла! Да, ну пошлите, показывайте ваши карамельки. Она скоро выйдет, карамелька. А если чего за стол приобретаться еду? Ой, давай ладошка подержи. Сатка, Сережечка. Опа, раз, два, три, четыре. Ну что, кто хочет водички? Кто водички? Я! Идем пить, а потом идем, опа, дальше играть.
где твои сандалики? Сандалики, которые твои? Помешались, раз, два, три, на месте замри. А сейчас мама будет искать именинницу. А ну-ка, мама, попробуйте на ощупь. Только что не подглядывайте. Ищите на ощупь, где же наша Зоечка? Кто там такой? Ой, кто там? Хорошая зябра напала. Выпала, именинница выпала. Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Чья-то ухо? Чья-то? Ой, чья-то бок. Мама чья-то. Вон там все мешаемся. Залазь. Все мешаемся. А давайте всю нашу именинницу поздравим. Какой салют яркий. Ручки, Зоечка, вверх поднимай. Кричи ура! А мы-то делаем куклу ближе, подходим, говорим. Один раз двигаемся в разные стороны, разбежались, разбежались. Ку-ку! Еще раз спрятали. Ку-ку! Я тоже! Спрятали, разбежались! Я тоже так хочу! И ты тоже! Господи, осторожно! 1 ноября. Ты не тащила до тебя. Так, а сейчас просочим, все хотят. Все идут в серединку к нашей имениннице, все в серединку. Аккуратненько садятся рядом с ним. Садим, только не пинаемся, не кусаемся, не пинаемся. Мама у нас помогает, ой, бабушка у нас тоже пришла, да? Или мама у нас такая? Мама, бабушка. А тоже непонятно, вроде бабушка молодая. И думаю, вдруг мама. Итак, ну что, готовы желание загадывать? Да! Загадывайте, мы плечи. Самые хорошие, мама! Не трогай ручки грязные! А теперь все бежим мыть!
Наши руки не для скуки, наши руки. Колбаса! Руки все подняли. Три кота? Три кота! И все то, что говорим Зоя. 3-4 Зоя! Молодцы! А теперь бежим тортик кушать. Скорее, скорее! Та-да-да, мы уже дома, 11 часов. Сейчас соберем все тарелочки. Спасибо огромное нашей родне. Дай бог ей здоровья за то, что